Ladies and gentlemen, дамы и господа, представляем вашему вниманию главное телевизионное событие этого вечера в Крыму – ток-шоу «Жёстко». Острая тема, меткие аргументы, бескомпромиссные позиции двух сторон. Главный арбитр в ринге – Елена Емельянова! Добрый вечер. Классика или модерн? Акварель или граффити? Симфония или рэп? Что достойно называться искусством, а что самодеятельностью? Сегодня в нашей студии представители классического и современного искусства. Кто победит на информационном ринге? Начнем спорить прямо сейчас, и все будет жестко. В красном углу ринга представители классического искусства. Иван Балясников, свободный художник. Денис Карлов, художественный руководитель и главный режиссер камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Александр Кратко, поэт, прозаик, сотрудник Крымской республиканской библиотеки для молодежи. В синем углу ринга – современные творцы. Дмитрий Аксютенко, художник граффити. Евгений Мэджик, рэпер. Сергей «Диджей» Гравер, создатель электронной музыки, саунд-продюсер, аранжировщик. Первый раунд. Бой с тенью. Правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас дается ровно 30 секунд. Споры не вступать, для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт. Все, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламент и без причины переходить на личности. За ходом поединка буду следить я и судейская коллегия. Юрий Бернадин, журналист, председатель попечительского совета Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей». Александр Кадников, фотограф и редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов. Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я, кому выступать первым. Сегодня начнут классики. У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. Все идет вперед. Наука, общество, законы. Только классическое искусство вне времени. Почему вы добровольно застываете в бронзе и не хотите быть современными? Пожалуйста. Мы не застываем в бронзе. Мы считаем, что я лично считаю, что классика в первую очередь актуальна и несет созидание, эстетический вкус и несет вечные ценности, а современное искусство может провериться только временем. У каждого своя миссия. Я прекрасно понимаю, что... А я осознаю, что именно моя миссия — это нести культуру и сохранять культуру, которая уже создана человечеством за все это время. Поэтому, скажем так, действительно, это и ценности, это культура, это интеллект, и это возвышение именно разума, интеллекта человека, именно и показ, что это такое. Я считаю, что классическое искусство крайне важно для человечества, потому что без этого фундамента нельзя себе представить дороги вперед. И это не сохранение какое-то, а скорее неотъемлемая часть жизнедеятельности человека, поскольку это наполняет людей, наполняет мир наш теми ценностями и канонами, которые были вложены испокон веков в классическое искусство. И я верю, что без этого современное существовать просто не может. Вот и все. Спасибо. Теперь вопрос вашей команде. Классика — это то, на чем уже стоит печать качества времени. Вот ваше творчество, оно точно не попадет в школьную программу. Через сколько лет или, может, дней о вас забудут? Я считаю, это неправильно характеризовать нас как современное, потому что творчество, оно одно вообще. То, что происходит сейчас, это всего лишь продолжение. Это не какая-то рамка, это всего лишь творчество. Вы причисляете себя к искусству, то, что вы делаете, так? Да, естественно. Пожалуйста. Ну, также я себя причисляю. Вот я делаю музыку, поэтом. Получается, поэт. Ну да, современное искусство в неком. И в историю как бы не войдет в учебники, я думаю. Но
оставить свою отметочку, наше современное искусство. И также оно, я думаю, влияет и на классическое искусство. Я считаю, что оно никогда не будет забыто, потому что у современного искусства более низкий порог вхождения, и слишком много людей вовлекаются в это движение, и оно только нарастает и набирает свои обороты. Спасибо. Итак, время первого раунда истекло. Теперь слово судьям. Александр, оцените выступление наших команд в первом раунде. Ну, мне очень понравилось выступление команды Красного углу ринга, да? То есть они как-то очень убедительно аргументировали свою позицию. Юрий, у кого стартовые позиции сильнее? Кого вы будете поддерживать? Пока трудно сказать, потому что я с интересом слушал и команду в Красном углу, и аргументы ребят Синего угла тоже имеют место быть, так сказать, имеют право существовать. В них есть зерно, и с ними я тоже согласен. Так что посмотрим дальше. Спасибо. Сергей, против вас сегодня выдвинута тяжелая артиллерия в виде представителей классического искусства. Что вы на это скажете? Как вы будете отстаивать свою позицию? Ну, я считаю, первое, они предвзяты, потому что искусство, оно одно. Не бывает современного, не бывает прошлого, не бывает классического. С этого надо и исходить. Евгения, а вы до 100 лет собираетесь быть рэпером? Ведь когда-то же это все-таки будет не актуально. Ну, почему когда-то это будет не актуально? Мы этого не знаем, правильно сказали. Покажет время. Может быть, оно будет считаться классикой в каком-то роде современного искусства, которое сейчас считается современным. Дмитрий, ну вот ваши оппоненты сказали о том, что классическое искусство, оно наполняет и какие-то ценности дает человеку. А что дает модерн, что дает вот современность? Оно дает абсолютно все то же самое, но оно еще более разнообразно, потому что в нем больше возможностей, чем в классике. Вы так считаете? Конечно, потому что так и есть. Посмотрим. Александр, вы молодой человек, но тем не менее увлечены классикой. Разве сейчас модно быть поэтом? Модно и актуально. Дело Почему? В том, что поэзия – это отклик души человеческой и сердца. И всегда и во все времена были поэты. И можно даже не писать стихи, но в душе быть поэтом. И я считаю, что именно классическая литература, классическая поэзия несет в себе те ценности и эмоции, которые сейчас необходимы, на мой взгляд, молодому поколению. Хорошо. Денис, когда вы последний раз слушали рэп? Рэп? Ну, скажем так, не сегодня точно. На этой неделе? На этой неделе тоже не припомню. Давно? Ну, видимо, давно, да. Может, отстали все-таки? Да нет, ну, периодически так проскальзывает. Вот. Ну, понимаете, то есть я ничего не имею, в общем-то, так сказать, против, да, любой музыки, но все-таки, понимаете, как классическое искусство – это тот базис, который должен пройти каждый человек. Понимаете? Спасибо. Скажите, вот в вашем творчестве есть какая-то актуальность, либо вы застыли тоже? Разумеется, есть актуальность, конечно, и она подчеркивается теми отзывами и откликом публики, и зрителей, которые я получаю после организации своих выставок. То есть, если бы этого не было, я бы не наполнялся и не делал бы просто. Но очевидно, что это нужно, я верю в то, что это моя миссия, и я наполняю любовью, теплом и определенными ценностями свое окружение и людей. Спасибо. Итак, по итогам первого раунда раздельным решением судей победа отдается команде в красном углу. Счет 1-0 в пользу представителей классического искусства. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Иван. Молодежь не так часто сейчас ходит в музеи, галереи, поэтому современные художники, они выходят на улицу. За день их граффити видит гораздо большее количество людей, чем люди, которые приходят на выставки в библиотеке, где висят ваши картины. Вам нет места в новых реалиях? В новых реалиях? Почему? Есть место, просто общество, я верю, что делится на определенные группы, и кому-то интересно
смотрите, какой группе интересно с вашим творчеством, как вы считаете? Те люди, которые со мной разделяют определенные ценности, наполнены духовно, интеллектуально, и они любят эти заведения и посещают всякие достопримечательности, музеи, в том числе и выставки. То есть каждому свое по интересам. А что интересно вам? Мне? Мне интересно все как художнику, потому что этим я наполняюсь, и этот всеядный синтез... получается, абсолютно. Я бы так не сказала, хотя в каком-то смысле, творческом, интеллектуальном, быть может, да, потому что задача художника — перефразировать и впитать в себя все и выплеснуть что-то нужное и качественное, чистое. Это называется искусством. А разве художник может ставить себе задачу какую-то конкретную все-таки? Задачу? Я уже сказал, я верю, что у художника есть миссия на Земле. То есть он приходит для того, чтобы... Чем ваша высшая миссия? Моя миссия — это заставить людей чувствовать эмоции. А уличное творчество вот этих людей, вы считаете, что оно не приблизит и не заставит чувствовать? Заставит, но я же сказал, есть люди, которые разделяют эти направления искусства, есть те, которые видят положительные стороны в моем, и я никого не... Вы считаете граффити, что это искусство или что это для вас? Пожалуй, да, потому что... Вы считаете граффити искусством? Ну, да, да. Почему? Ну, потому что человек создает, что такое искусство. Это создание человеком чего-то нового и вообще созидание, то есть сотворение. И тот, кто приходит, рисует на стенах, он тоже творец. Но, опять-таки, кто-то выставляется в музеях, а кто-то рисует на стенах. А как вы сами себя позиционируете? Вы кто? Творец, художник, вот свободный художник? Проблема. Вы еще не нашли себя, я понимаю, творчество, да? В широком контексте свободный художник, да. Вот. Но это настолько сейчас широкое понятие, что, опять-таки, я даже разделяю те ценности, которые художники вот на стенах пишут. То есть, ну, все. Просто на чем-то больше сконцентрирован. Я поняла вас. Вы за $1500 продаете картину под названием довольно незамысловатым «Красный, желтый и оранжевый». На этой картине изображены хаотичные мазки довольно вот, собственно, в этих трех цветах, чтобы все было просто. Это ваш ответ кому? Или это просто какие-то пробы, или Малевича? Да, абсолютно точно, это пробы. Это мой за $1500, и эта цена, она для ценителей, такой маркетинговый ход. Конечно. Чем дороже поставишь, тем Конечно, продашь. Абсолютно точно, это очень маленькая цена. Да, я считаю, что искусство может стоить больше. Я знаю конкретно художников сейчас в России, в Москве, которые продаются в 10 раз больше, в 20 и так далее. Это ничего такого особенного в этом нет. А что вот натолкнуло на красный, желтый и оранжевый? И оранжевый, да. Это эмоции, это то ощущение, которое я испытывал. То есть вы просто выплеснули на полотно все, что, да, вся краска, которая была точно у вас это в тот момент? Это название в искусстве экспрессионизм, да. Вы себя причисляете именно, да, к экспрессионистам, да? Да, я преследую направление в искусстве. Вы знаете, картины эпатажного Энди Уорхола, они уходят с аукциона за $81 миллион. А вот полотна основателя реализма в живописи Караваджо гораздо меньше, всего за 3. Искусство классическое сегодня не в моде? Или мода для того и существует, чтобы выходить из моды? Ну, я попробую ответить как-нибудь по-умному, сказав, что... Почему попробуйте? Вы не считаете себя умным человеком? Караваджо — это художник, который мудрее, быть может, своим искусством того, что сейчас пиарят и пытаются продвинуть как-то в виде каких-то перформансов и ненужных действий. А в нем настоящее благородство, полнота и чистота, которая никогда не погаснет. А Уорхол, может быть, со временем забудется. Но это вызов. Ну, определенный. Да. И с моей стороны, и со стороны Караваджо, наверное. А сколько стоите вы? Я? Ну, я бы не давал себе цену. Ну, если цена есть у ваших работ? Ну, работ есть, а работа — это ж только частичка меня, частичка. Ну, это то, за счет чего вы живете. Ну, в свое время, стараюсь. В 90-е годы, художники спускались, да, в подземные переходы просто для того, чтобы продать свои картины, им было на что жить. Ну, я считаю себя выше этого. Я не ставлю перед собой цель существовать на это. Я всяческие пути пытаюсь найти, чтобы как-то иначе выживать. И это позволяет мне быть свободным. Искусство себя окупает для вас? Искусство окупает ли себя для меня? Ну, все, что вы вложили в ваши холсты, в краски, то есть себестоимость. Начинает постепенно, я это верю. А сколько вам лет? 28. В творчестве вы? Ну, я бы сказал, с 5 лет. Ну, вы... Я начал рисовать в 5 лет, и с того момента считаю, что у меня был такой осознанный момент. У вас есть персональное образование, да? Конечно, да, несколько. Спасибо. Дмитрий, то, что делаете вы, это искусство или вандализм? Или сейчас вы красиво ответите мне, что это способ уличной коммуникации? Это, безусловно, искусство, но оно переплетено с вандализмом, лишь отчасти. То есть, все, что не попадает под статьи Уголовного кодекса, это считается искусством сегодня? Нет, вот ваше самовыражение. Это все вместе и есть искусство, но искусство может быть и вандализмом. Я не занимаюсь вандализмом, я вырос из этого периода. А были такие
Были, начинали? Были, да, начинали. Это было настолько давно, что даже в другой стране. Вот. А сейчас уже неинтересно, ценности семейные осел. Вот. И сейчас более легальные вещи делаю. Но все равно на стенах и все равно более современные граффити, шрифтовые композиции. Что вы делаете на стенах? Все, что захочу, все, что захочу. Конкретно, что представляет граффити, это... Ну, ваше самовыражение. Я понимаю, что это баллончик с краской, да. Кнопка пуск. Ты пишешь в основном свое имя. Ты выбираешь себе псевдоним в граффити, и ты пишешь его, закручивая различные... Свое имя? Это не способ улучшить и украсить пространство какое-то? Почему здесь свое имя? Это самовыражение через это себя, такая любовь к себе? Это через имя, и это есть способ украшения пространства. Для людей это очень непонятная и абстрактная вещь. Для людей это просто кусок яркий, но этот кусок он несет в себе невероятную энергию, потому что... Человек... Вы приходите к заборам и заряжаетесь? Как так это происходит? Мы выдаем заряд. Мы выдаем заряд. Вот у нас с классиками общее есть, что мы просто берем и выдаем свое творчество на что-либо. Но вы же знаете, что в некоторых странах вот такое творчество, оно уголовно наказуемое. Конечно. Чтобы достичь всемирной славы, как тот же Бэнкси, вы готовы платить штрафы, выполнять принудительные работы или просто получать по шее от тех, кто будет бежать за вами? Конечно же нет, потому что вы хорошо бегаете, я понимаю, вандализм это, готов, безусловно, да, плохо и глупо. То есть... А что для вас вандализм, вот мне интересно? Вандализм, я вот точно для это себя когда сформировал. Это когда матерные слова на заборе или что? Нет, я точно для себя сформировал. Когда мой любимый художник граффити крымский Умка, есть у нас такой замечательный мальчик, он делал прекрасные композиции на легальных каких-то вещах, но он написал свое имя, свой тег, это будет называться тег, на окне бабушки моего знакомого. И этот знакомый, он был в ярости, он хотел просто... А бабушка? Бабушка просто вся в слезах. Я думаю, боже, какой же ты глупый маленький мальчик, что ты бедной бабушке испортил настроение. Вот. Он хотел его разорвать, и я видел эту агрессию, и я понял с того момента, что это точно плохо, это точно... Надо с этим быть очень осторожным и максимально подходить к этому осознанно. Вы мне объясните, что вы расписываете и что вы изображаете, кроме своего имени? Кроме своего имени сейчас дома, я... Дома, дворцы, архитектура какая-то, цветы, ну... Да банального просто ведь ответить на этот вопрос. Да, все что угодно. Все, что позволяет настроение. Вы сегодня утром что-то рисовали, разрисовывали? Конечно. Расскажите. Я сегодня у замечательных людей делал коммерческое оформление детскую комнату. Вы зарабатывали деньги сегодня? Да, ну, зарабатывали. Насколько я понимаю, что у вас нет профессионального образования, то есть, абсолютно, по сути, вы просто творческий маляр. Да, творческий молодой тунеянчик такой вот пришел к вам. А когда ваши работы оценивают вот такими эпитетами, как «это лучше, чем просто серый забор», что вы чувствуете? В глубине души я чувствую... Обидно ведь? Я чувствую приятно. Почему? Лучше, чем серый забор. Лучше, да. Ну, значит, мне приятно. Мы оценили, оценили. Все, знаете, очень много ребят ходят, пытаются казаться крутыми, что им не важно чужое мнение. Почему вы считаете, деле... что вы не хотите казаться, а вы уже состоялись? Почему? Я только на пути к состоянию. Вы хотите этим заниматься всю жизнь, все-таки дорасти до художника? Нет, я хочу расти как художник, конечно. Это все идет параллельно. Это все идет параллельно. Сейчас я хочу учиться. Все, что я хочу, это учиться. Я буду поступать в высшее учебное заведение. Какие самые известные работы на улицах Симферополя сегодня можно встретить? Я рисовал цветы напротив 7-го горбольницы. Цветы многие рисуют, и на асфальте в том числе. Цветы? Нет, такие цветы никто не рисовал. Вообще, как вы мне вас задело. Вы мне очень нравитесь, вы идеально подходите для данной телепередачи. Покорили меня. Я вот недавно закончил со своей прекрасной женой Еленой. Она расписывает тоже с вами? Да, вместе со мной, конечно. Я говорю, уходи с работы, надо срочно помочь. И она вот ради меня, представляете, какая замечательная. А это выгодно сегодня? Конечно, выгодно. Шурика мы рисовали на Севастопольской. Я не видела вашего Шурика. А вот Шурик, зря вы его не видели. Значит, он... Вы видели Шурика на Севастопольской? Вдоль стенки, где бежал. Не только не я не видела. Вдоль стенки, где бежал, где снимался кадр на Симферополе. Мы его недавно вот нарисовали через пот, боль, кровь. Сделали. У вас есть какая-то внутренняя этика, чтобы вы точно не стали распыляться и рисовать на стенах? Конечно. Что же? Я никогда не вмешиваюсь в политику, я не расписываю за коммерцию различные кальянные и пивные заведения, я считаю, это неправильно. Ну, для меня это... Возможно, вопрос лишь в цене? Нет. Кальян и всего остального? Нет, потому что мне предлагали крайне хорошие деньги, например, за 10 минут работы там, но я отказывался от этого, потому что я делаю, к сожалению, для меня лишь то, что мне нравится. Ваше чувство собственного достоинства на дороже денег, я так правильно понимаю? Да, брат старший воспитал, спортом занимался еще, вот сформировался.
А физическая подготовка как-то помогает вообще? Ты понимаешь, конечно, что иногда приходится куда-то залазить, да, обороняться. Даже вот обороняться в каком смысле? Обороняться. Ну вот ты рисуешь, например, цветы, а тут подходят к тебе. Что ты здесь делаешь? Молодые люди, да, это наш вызывает район. Наряд. Это наш район. А ты тут розовый. Ты что, нетрадиционная гомосексуальная ориентация? Нетрадиционная ориентация, раз ты тут розовый цветок рисуешь? Я говорю, ребята. Это Симферополь такой, да? Конечно. У меня вообще любимый город. Я уже со всеми алкоголиками в друзьях. Мы уже братья, меня уже зовут. Их тоже как-то воодушевляет, они утром просыпаются и понимают, что не нужно бежать куда-то за угол, можно посмотреть на ваши цветы. Я с ними дружусь, потому что это выгоднее, чем их бить, потому что они потом чувствуют, защищают. То есть у вас, кстати, целая теория. Защищают, да, конечно. А вам бы хотелось, чтобы власти Симферополя, например, заключили с вами контракт на роспись какого-то создания арт-пространства, арт-зоны? Конечно, хотелось, кто бы этого не хотел. Но вы не обращались, и к вам никогда не обращались? Нет, почему? Вот эту стенку Карашурика мы сделали при поддержке от городской администрации. То есть человек обратился ко мне, он нашел спонсорство, и мы сделали совместную классную работу. Тем самым преобразили наш город. Да. То есть я делаю все на стенах. Вот мне интересно, меня именно манят огромные пространства. Ну, возможно, вы только на заре вашего творчества, поэтому сейчас конечно, так. А дальше переместитесь конечно, уже куда-то, стану будете разрисовывать одним асфальт, например. Одним из величайших художников современности. Похвально. Да. Спасибо. Денис, понятие классическая музыка, оно не меняется веками. Не пора ли ее переименовать в мертвую музыку? Нет, не пора, потому что это самая живая музыка из всей музыки, что существует на сегодняшний день. И ни одно современное направление в музыкальных пространствах не может конкурировать с ней. Этому доказательство служит то, что если собрать всю музыку, которую исполняют на всем земном шаре, то все равно по количеству прослушиваний и количеству именно музыкальных воспроизведений вы услышите Бах, Бетховен, Моцарт, не Вагнер? Чайковский, Вагнер. Совершенно верно. То есть, несмотря на то, что мейнстрим сегодняшнего дня, он как раз-таки нам предлагает совершенно другое направление. Но чем это связано, вы уже понимаете? То есть, понимаете, для большинства классика она просто перестала быть духовной потребностью, и все. Не совсем так. На самом деле ее пытаются так подавать. Нельзя сказать... Она уступила место продукту потребления, и все. Не уступила она место. Совершенно не согласен, потому что, понимаете... Но вы считаете, что ваша аудитория больше, чем аудитория Евгения? Я считаю, что да. Если вы возьмете страны Европы, Азии и Америки, тут будет много вопросов. Потому что я могу так сказать, как бы и работа, и живя, допустим, и в Азии, да, и будучи в Европе, могу вам сказать, что количество фанатов классической музыки невероятно там. И я даже больше могу сказать того, что сейчас именно благодаря Азии классическое искусство, ему дан еще один шанс, чтобы перерождаться и сохраняться. Потому что Азия, когда произошел вот этот вот пролом, они стали это потреблять, им это стало интересно, и они просто фанатеют. Бетховен их зарядил. А да. Кого вы считаете вашими конкурентами все-таки? Конкурентами? Да, классической дурной музыки. Вкус, отсутствие профессионализма. Попса, кичи и трэш. И ненависть к искусству. Часто встречается такое? Постоянно. А в чем это выражается, ненависть к искусству? Вот в том, что я сказал. Отсутствие вкуса. Дискусица равна ненависти к искусству, вы считаете? Они где-то... Разные факторы могут быть еще внутри. Но отчасти да. Но вы не считаете, что на культуру тоже следовало бы распространить клятву Гиппократа? Не навреди. Если ты не можешь воспитать, не можешь привить вкус, зачем развращать? Это было бы замечательно, но пока что это невозможно. Хотя каждый творец, да, музыкант, он должен внутренне себе давать такое обещание. Понимаете, иначе ему не нужно вообще заниматься этим делом. Когда вы взмахиваете, какое обещание вы даете себе? Я, вы знаете, я никакого обещания, наверное, прямо так не говорю, но когда я взмахиваю, я уже погружаюсь в то состояние и готов уже общаться со зрителями с тем, что заложено композитором. Причем неважно, в ледяной пещере или на неважно. Площадке возле Ливадийского дворца. Неважно, посыл абсолютно. Идет. К людям один и тот же. Неважно, какой это концертный зал, неважно, какой это зритель. Вы знаете, порой какую просто... музыку вы сегодня утром слушали? Сегодня я слушал... Наверное, утром я ничего не слушал сегодня. Так бывает? Да. Иногда бывает просто хочется послушать тишину. А как вы тренируете свой вкус? Как вы его воспитываете? Ну, знаете, я его воспитываю с 5 лет. Это музыкальная школа, это училище, это академия, консерватория. А вы считаете, что вкус вообще можно воспитать? Он или есть, да. Или его нет? Нет. Вкус воспитывается, как, конечно же, это как хорошие манеры, как правило хорошего тона. То есть почему вот, допустим, знаете, вот когда говорят о том, что искусство уличное или, допустим, в залах,
Ну да, но вопрос в другом. Что так рэперы сегодня собирают про стадионы. Ну что оно несет, это искусство, понимаете? Дело не в том, что это искусство, дело в том, что оно несет. Какие задачи? Чтобы что-то вот здесь осталось вот, все-таки. Правильно. Да. И вот тут надо смотреть еще глубже. А что хочет, чтобы, допустим, или рэпер, или классический скрипач сделал посыл? Какую несет смысловую нагрузку? Вот над чем нужно копать, понимаете? Какую же? Так, ну это длительный вопрос. Понимаете, правильно сказано, уличная культура, да, уличная культура. Даже вот взять рэп, допустим, да, R&B и так далее. Кислотный джаз. Неважно. Это все стало, эти направления стали появляться в 20 веке. Это все ответ на запрос времени. Времени, правильно. И определенных корректив, даже политических. Потому что в основном это музыка афроамериканцев. Насколько я знаю, понимаете? Что чтобы собирать полные залы, многие оркестры, включая в том числе и вас, они исполняют рок-хиты, так? Да, недавно мы это сделали. То есть классическим репертуаром уже все-таки как-то больше не заработать? Вы знаете, я ставлю перед собой задачу прежде всего привлечь побольше людей и дать им шанс прикоснуться. То есть быть более массовым. Да, достоянию человечества. Каждый должен... Сейчас, к сожалению, классическая музыка отброшена от социума. Вы готовы опуститься до попсы, до самой элементарной? Нет, рэп-композиции, нет, например, репертуар Ольги Бузовой, а зачем? Егор Крид? Ни в коем случае, вы что? Ни в коем случае это недопустимо, и этого делать нельзя категорически. А скажите, вот интересный такой вопрос. А когда вы звоните, например, на горячую службу Федеральной налоговой службы России, в ожидании ответа оператора, вы можете услышать Листа и его известную композицию «Грёзы любви». Вы считаете, что это уместное применение классической это музыки, Бетховен в метро? Потому это что хорошо? Вот именно вот эти «Грёзы любви» уже в самом названии заложен определенный смысл. Эта музыка расслабляет, успокаивает и несет позитив и любовь. Понимаете? Вот что в этой музыке. Поэтому человек, который случайно позвонил... Но ученые, есть такие исследования, что и удои коров повышаются. Не только. В том числе, да. Это вообще широкий очень спектр. И он везде работает. Это уже проверено. Какую музыку вы слушаете в машине? Разную. У меня есть... ну, у меня диск вообще с популярной классикой. Вот. Разную совершенно музыку. В общем-то, я не могу сказать, что я прям привязан только к классической музыке. Нет, у меня в машине можно услышать совершенно разную музыку. То есть, потому что время идет, понимаете, а мы люди, мы должны познавать этот мир. Да? То есть слушать, а что появилось, а что есть новое. То есть нельзя отставать от времени, нужно следить за тем, что происходит. Но, тем не менее, это не должно вас менять как личность. То есть если вы сформированная культурная определенная личность... Вы считаете, что рэп не может изменить человека? Может, но вопрос в какую сторону. Женя, вот скажите, а вам просто музыка классическая, она непонятна и недоступна? Ну, наверное, не близка мне. Не совсем. Вам просто не привили вкус детства? Нет, я пробовал слушать. Я даже слушал... Не идет? В детстве слушал рэп с классикой. Есть такие сборники были, рэпсодии. Угу. Очень шикарная музыка. Рэп с классикой. В свое время, это где-то в начале 90-х. А кого с кем совмещали? Не помните сейчас? В R&G и Сисл, такие исполнители. Знаете, есть классическая «Принц Игорь». Вот было совмещено, это один из первых хитов, который собирал по 60 тысяч уже в 90-е, стадионы были. Как бы, ну, классика, она расслабляющая. Но вам послушать. Не понравилось? Вам нужно что-то такое динамичное, классика, примитивное, со сниженной лексикой? Нет, почему? Интеллектуальный хип-хоп есть еще такое понятие. Конечно, есть очень много исполнителей, которые несут очень большие смыслы. Как в классике, так и в современной музыке поэты. И на данном этапе есть современные, даже у нас в России, которые пишут очень серьезные стихи, помимо того, что они музыку там пишут, или также слова к своим песням, которые ничем не отстают от классических стихов. Послушайте, но Моцарта и Баха уже слушают несколько веков. А какую из ваших песен будут слушать хотя бы лет так через 20? У вас там как-то интересные названия, такие «Трогай твои формы» или «БДСМ». Да, какую-то из песен будет, может быть, ее еще нет. А вы считаете, «Трогать твои формы» или «БДСМ» — это интеллектуальный рэп? Именно «Трогать твои формы» — это история. Это любовная лирика? Это любовная лирика, это история. Она помогла? История целая. И тут многие, может, даже вы увидите в этой истории себя. Такой собирательный образ, да? Ну, конечно. Смешно.
Да, я понимаю. Уже смешной дирижер. Нет-нет, что вы. Но а мат в ваших песнях — это такой пропуск в мир подростков? Или чтобы просто ваши треки не прозвучали где-то? У меня не очень много мата. Бывает, бывало. На данном вы просто этапе не сдерживаетесь в этот момент? Или что происходит? Но это эмоции, это эмоции. Просто современное искусство более свободное в этом плане. Классика, она в рамках. Очень, очень. Оно доступное и демократичное, прежде всего, в том, чтобы минимальные требования к исполнителю. Рэпером в этой студии, мне кажется, может стать каждый. Это вам кажется. Но вот сделать такой рэп, чтобы он собирался в стадион, это, по сути, тот же челлендж и вызов. Кого сегодня собираете вы? Мы сегодня собираем вы залы. Вы лично, Жень? Лично я залы собираю. Залы чего? Ну, клуб, залы, полные залы, ну как... Вы гастролируете с вашим репертуаром такое, по городам Крыма? На фестивалях, по городам Крыма, Украина, Россия. А вы можете что-то исполнить, например? Экспромт да, какой-то, или четыре строчки, я не знаю. Ну вот из последнего, или из раннего, просто, с чего вы начинали. По уши в грязь залез со своим добрым другом, нынче за слабость воспринимает доброго духа. Таким бы туго в этом каменном тайнике трупов, уже поздно что-то менять, старина, не будь глупым. Слушай, там, ну, где мозги, Google или пустой кумпол, вечная мерзлота этих холодных кукол. Туго и депрессивно, скажу я вам. Это реалии жизни. Я говорю о том, что нынче доброту в человеческом воспринимают за слабость или как за должное. И теперь у нас никто не открывает книги, а лезет за знаниями. А вы какую последнюю прочитали, Жень? Я не понял. Какую из книг последнюю прочитали вы? Прочитал Артур Конан Дойль. Прочитал книгу его, Шерлок Холмс. Ну, это школьная программа практически. Но мне нравится писать. Ну, просто вот сейчас дошли руки до этого, да? Ну, как бы там часть была в школьной, и мне понравилось оттуда. А социальный запрос есть какой-то на ваши песни? Например, идет град на улице, цены на бензин растут, пенсионная реформа. Как-то вот пытаетесь с этим поработать, с такой рифмой? Можно, стараюсь с политикой вообще не связываться, как бы аполитичен. А так вообще следуем трендам. И как... Вы зависимы от моды? Нет, не зависим. Вы следуете трендам, вы только что сказали. Следую тренд, но я не зависим от моды. Следую трендам в плане, вот вы говорите, там, град, что-то пошел, то все. И я могу высмеять эту ситуацию. Просто, да. Просто высмеять эту ситуацию. Ну, это вам актуально. Не кажется, что когда тебе, вы же читаете, правильно это называется? Естественно. Вы читаете о наболевшем довольно примитивными словами, опять же, той же сниженной лексикой под примитивную музыку, там нет никакого интеллектуального развития. Это то, что сегодня нужно людям, или просто, ну, так проще? Нет, это вообще дело каждого. У меня но есть... играть на гитаре или петь, попадая в ноты, это сложнее, согласитесь? Сложнее, да. Чему я и обучаюсь на данном моменте. На вокальных, как бы, моя цель более делать более певчую музыку. Я делаю сейчас ровно то, на что я способен максимально. И стараюсь в этом расти, расти и дойти до определенного. То есть вы сейчас только начали... сколько вам? Мне 33 года. Вам 33 года? Да. А ваш образ, он должен соответствовать вашим песням? Нет, мне нравится образ. Я, ну, не за модой там никуда не гонюсь. Я ровно выгляжу так, как мне нравится. И так, как вы исполняете, я думаю, да? Нет, просто только как музыка тут не связана. А, абсолютно никак. Да. Но мне кажется, что вот по моим ощущениям, ваша целевая аудитория — это люди молодые, довольно незрелые. Вот как вы ощущаете свою публику? Довольно закомплексованные вот и находящиеся в своих комплексах? Нет, нет, почему? Ну, какой возраст у вас? Кто вас приходит слушать, как вы читаете? Там, девчонки? Это нет, нет, в основном где-то 25 до 30. Такой возраст, на самом деле. А сколько стоит концерт на ваш билет? Ну, это в зависимости... Ну, все билет на ваш очень... концерт? Ну, сколько? 300 рублей, 500, 600? Билет? А как вы... А как ну, вы... есть, смотрите, я могу сам его сделать. Есть, меня могут пригласить куда-то. У вас оплатить. Разная тарифная сетка, да, я поняла. Конечно, в зависимости от какого количества людей, как... В клубе вы выступаете, сколько стоит? Ну, где-то в среднем за одну композицию, если в клубе, это около 2-3 композиций. Это у меня есть райдер технический, бытовой, и где-то за каждую композицию 3-5 тысяч. Сколько послушать, как играет оркестр сегодня стоит? Ну, видите, у нас есть разные сезоны. Ну, в среднем, так, да. В среднем это 2-2,5 тысячи рублей. Как это может быть соразмерно? В принципе, сегодня, как вы считаете? Абсолютно нормально. Дело в том, что, смотрите, если говорить у каждого о коммерческих, допустим, проектах, да, то это, допустим, летний период, когда много туристов, допустим, да, то есть тут цены на билеты доходят до 5000 рублей, допустим, да, вот, на мои, допустим, концерты, да, оркестра. Вот. Потом мы делаем концерты, допустим, абонементные сезоны, которые идут с октября по май месяц. Тут понятно, то есть вы в цене по... ничего не видите. Ваша музыка — это все-таки музыка протеста, и против чего?
Нет, не музыка протеста. Это больше. Да вы даже сами не знаете, о чем ваша музыка. Развлекаете кого? Кого можно развлечь таким музыка. Текстом? Ну, тех, кто слушает. Молодежь. А как молодежь нынче развлекается? Послушали песенку, просто где-то просто минимум слов есть. И это очень... примитив, вы сами только что сказали. Минимум слов. Минимум слов и музыка, и мы не дослушали. То есть вы просто хотите, чтобы они развлеклись, музыка. Женя? Есть можно не сидеть и слушать вникать, а есть можно просто расслабиться, включить музыку, и чтоб играла. И ты просто умиротворяешься, расслабленный, слушаешь. Не задумываешься ни о чем. А вы бы хотели, чтобы ваши дети слушали такую музыку, которую вы сегодня сочиняете? Ну, отчасти. Спасибо. Александр, вы написали уже 11 книг. Кому, кроме вас, они нужны? Моим читателям. Ну, найти ваши книги на полках сегодня довольно сложно, и купить их практически невозможно. Это такой вид графоманства? Нет, дело в том, что такова обстановка и реалия жизни, что, к сожалению, не все знают крымских авторов. И мы вынуждены свое творчество продвигать на самом деле своими силами, и крымские магазины берут на реализацию наши книги, но с очень большим скрипом, и даже если ставится она на полку, то это будет не самая первая полка, к сожалению. То есть писатель и поэт в Крыму, он сегодня он актуален. Не больше, чем просто писатель в Крыму. Вы знаете, он больше. Просто дело в том, что очень мало уделяется сейчас поэзии, наверное, со стороны государства. Я бы даже так сказал, что это такая отчасти государственная проблема. Но когда культ материального зашкаливает, то, мне кажется, разве поэзия вообще, она может найти своего читателя? Может, она находит. Вы понимаете, это достаточно выехать, как я это очень часто делаю, в поселке городского типа. Дома культуры. В дома культуры, и собираются полные залы, и собираются даже не потому, что туда никто не приезжает, а потому что люди действительно соскучились по поэзии, действительно соскучились по литературе. И я могу вас уверить, что вот последние выступления за год, это бывает не так часто, но опять же, залы полные. А кто эти люди? Это пенсионеры просто? Нет, это очень разная категория людей. Я действительно был, можно сказать, очень удивлен, потому что сидят подростки от 13 лет. Те, которые не приходят к Жене, видимо. Те, которые не приходят к Жене, да. И те люди, которым уже за 40, за 50, аудитория очень разная. И самое интересное, что такие творческие встречи, такие вечера, они затягиваются, если ты себе планируешь где-то на час выступления, да, то они затягиваются на 2, на 2,5, происходит очень интересная беседа. И в основном вопросы какие-то задают именно люди молодого поколения. Какие вопросы они задают вам? Где можно прочесть современных... А, то есть все, что касается именно вашей поэзии, не какие-то более глубокие, да? Нет, почему же? Они задают вопросы и по поводу классики, и в том числе и провокационные. Вы считаете, что вы воспитываете в них вкус, в этих людях? Я думаю, что да. Потому что мое творчество отличается от творчества Евгения тем, что оно несет созидание. У вас не настолько примитивные тексты, все дело в этом. Ну, я себе сложно представляю в тексте БДСМ. При том, что ваши стихи, они в основном о любви. Любовная лирика, она немалая часть вашего творчества, это так? Нет. Это не так? Дело в том, что на самом деле вы вначале правильно сказали, поэт в России больше, чем поэт. Это действительно так. Вы знаете, поэзия всегда и во все времена, начиная от времен Александра Сергеевича Пушкина и заканчивая современными поэтами, она откликается в том числе и на какие-то социальные вещи. Просто одно дело, когда ты приезжаешь людям поделиться своим творчеством, которое тебя слушает впервые, и ты должен сделать так, чтобы после этой... Но любовь не современная, я правильно понимаю? То есть, как когда-то писал Пастернак, ты в вечности заложник, у времени в плену. И ты должен соответствовать и отдавать именно вот то, что сегодня общество хочет от тебя получить. Нет. Нет. Я с вами не соглашусь, потому что поэзия тем и отличается, что невозможно писать стихи о любви в 39, так же, как ты писал в 18. Ну, жизненный опыт другой, ты уже прошел абсолютно. То, что ты не... Ты другой. Но, тем не менее, в них находит свой читатель смысл. О чем ваше стихотворение? В общем... Ну да, все-таки любви в них мало, мы уже поняли и разобрались. Нет, о любви, о смысле жизни. Социальная лирика присутствует. А социальная лирика в современных реалиях – это лирика о чем? О том, что происходит в нашем обществе. А можете что-то прочесть? Из социального? А чего нет? Боитесь? А я не помню наизусть, к сожалению. А что можете? Что помните? Хоть что-то? Хорошо, могу прочесть посвящение вот... женщинам в ответ на БДСМ. Вы словно ангелы небесные легки, вы словно демоны. Повелеваете страстями,
то дарите. Нам океан любви, то в грусти топите своими же руками. Нам ваши мысли и желания не понять, не разгадать души стремления, то вы возносите, то можете распять, даря то боль, то наслаждение. Но мы вас любим именно такими, святыми и неверными, и вновь встаем пред вами на колени, приняв от вас волшебный дар – любовь. Ну, вы считаете, как? Вот видите, а вам не хлопали, Жень. Ну, все впереди еще. Хлопали. Да? Конечно. Ну вот, что же вы молчите. Но все-таки, на ваш взгляд, это абсолютно неравноценные вещи. Вот то, о чем мы сейчас говорим, вот исполнение Жени и ваше. У каждого свой... Вы знаете, я очень внимательно слушал выступление Евгения. Вы сейчас говорите о его прочтении, да? Нет, в общем, да. О стиле, в том, в котором он работает. Вы знаете, мне печально иногда слышать такие выступления, я не говорю сейчас о Евгении, о выступлении некоторых исполнителей в этом жанре, потому что наши люди иногда не совсем понимают, откуда произошел стиль рэп. И я тоже в свое время его слушал и увлекался. Дело в том, что это социальная культура, и вышло оно из афроамериканских гетто, да? И в первую очередь рэп – это тот же самый был протест, как наш русский рок в середине 80-х годов. Да. И поэтому, конечно, но это был протест скорее не сколько социальный, сколько такой вот внутренней свободы, прежде всего. Особенно в том числе... социальный. Ну да, в том числе. Что мы сейчас видим в индустрии рэпа, ну, по крайней мере, зарубежного и нашего отечественного, это все на продажу. А вы себя разве не продаете? Нет. Вы не... Серьезно? Если вы хотите знать, зарабатываю ли я от своих выступлений, я зарабатываю отчасти, но я не ставлю это главной целью, потому что помимо моего творчества у меня есть еще профессия. То есть зарабатывать. А может быть, вам стоило бы быть более откровенным в рифмах и, например, зачитать под бит? Не считаете, что это как-то придало бы вам популярности? Было бы интереснее вашему... Знаете, популярность, она уходящая. А я бы хотел быть актуальным. И остаться во времени, в памяти? Это будет судить читатель. Насколько я знаю, вы сегодня в том числе работаете в библиотеке. Кто сегодня туда ходит? Молодежь. Вы знаете, я буду сегодня... А зачем, если можно погуглить, как говорит Жень? Можно погуглить. Дело в том, что мы работаем с новыми форматами. И сейчас та библиотека современная, которая существует, она отличается еще от той библиотеки, которая даже была 5-10 лет назад. И у нас проходят мероприятия обязательно, если это посвящено литературе, поэзии, прозе, обязательно проходят при участии современных крымских поэтов. И обязательно мы это подаем в очень интересной форме. Вы внедрены в информатизацию, которая сейчас... Абсолютно, идет. И технически тоже. Никак. А вам не кажется, что проблема в том, что людям просто сегодня некогда думать, и они приходят, чтобы не думать и отдохнуть просто под вот такие песни и композиции? Это просто определенная категория людей, мыслящая в определенных рамках своих ценностей. Здесь правильно сказал Денис, что ценности, они закладываются. И я в этом абсолютно убежден. Я бы очень хотел, например, услышать от Евгения или от представителя современной культуры, чтобы он прочел своим детям, своему ребенку маленькому, если это не будет Маршак или Михалков, к примеру, будет ли он своему ребенку читать рэп на ночь? Я думаю, этот вопрос, ну, Женя же сказал, что он бы, возможно, что и не хотел бы об этом. Сейчас узнаем, что думает Сережа. Вы как диджей Грейвер? Это да, что значит? Можно как диджей. Я и диджей, и аранжировщик, и битмейкер. Это просто слово, которое... Просто можно... слово? Вы называете себя просто словом? Да, можно сказать, это просто созвучие, и все. Ну, как... Ну, если брать с английского, то это могильщик, если брать с итальянского, то это низкий бас. Но вы так просто считаете удобнее. Это словом, я поняла. Да, это просто звучит. А диджей — это вообще музыкант или кто-то сегодня? Ха. Сейчас диджей — это тот, кто задает настроение в клубе. Или поддерживает атмосферу заведения. Или создает специальную компиляцию для поддержания какого-то настроения. Ну да, или это просто механическая работа за компьютером. Нет, сегодня уже программы, они в состоянии без участия человека свести любой трек, в отличие от написания симфонии. Естественно, свести два трека может любой, даже ребенок. Но подобрать их — это уже другой вопрос совершенно. Вы их подбираете? Это какая-то сложная работа, да? Во-первых, симфония? Естественно. Во-первых, нынешний диджейнг — это уже совершенно не то, что вы себе представляете. Это совершенно за последние 10 лет это и кардинально изменилось. К примеру, сейчас недостаточно просто сводить два трека. Надо играть вживую. Наигрывать какие-то ударные партии, наигрывать какие-то мелодии, играться с голосом. К примеру, у нас есть два трека, рэп-трека, да, в котором у нас есть одна фраза, в другом треке у нас есть другая. И когда ты работаешь с публикой, ты перекидываешь один трек к
кроссфейдером, да, с одной фразы на другую, и это получается какое-то словосочетание или предложение, люди начинают реагировать совершенно по-другому. Но опять же, это если вопрос про клуб, когда вы считаете все хотят работу творчеством, да, когда все хотят веселиться, вы веселитесь вместе с ними, если, делаете так, чтобы им было весело. Да, это задача. А вы посмогли так, Денис? Ну, я бы не сказал, что моя работа — это развлечение. Нет, потому что каждый жест дирижера, он несет определенный смысл для оркестра. То есть это знак. А здесь не несет определенный смысл? Все-таки несет или нет? У вас. Естественно. Ну, вы представьте, вы поставите песню Киркорова, потом вы поставите какую-то классическую музыку. Будет реакция? Нет. Тут вы должны сразу... Не смиксуется? А? Не смиксуется? Логически не подходит даже. Или хорошо, вы играете полчаса рэп, потом вы ставите какую-то композицию, к примеру, классическую, по логике не подходит. Или вы поставите тот же рэп, но, к примеру, опять же, он по логике не подходит. Должна быть логически, весь микс должен быть логически построен. Если логики нет, то люди это не почувствуют. То есть вы думаете, когда вы работаете? Естественно. Вы думаете на 5-6 треков вперед. Вы думаете, какие слова дополнительно вы поставите. Если это трек без слов, вы можете дополнительно поставить сверху слова. У меня, на самом деле, воображение очень большое. Я не знаю, какие интересные варианты вам объяснить. Но мне кажется, что вам нужно вообще проявить максимум фантазии, чтобы удержаться на рынке когда сегодня. Ну, сейчас главное это... Или вообще... такой конкуренции нет? Нет, конкуренция очень большая. И сейчас, я считаю, если рассматривать диджеев сейчас как музыкантов, да, это уже, можно сказать, диджеи сейчас музыканты, потому что любой человек может сейчас скачать какую-то программу типа Fruity Loops и за 2 минуты... Можно фотоаппарат взять в руки и тоже считать себя фотографом? Можно. И у меня есть знакомый, который пишет музыку, точнее, он начал писать музыку, и он на своей песне заработал, он вообще футболист, он на своей песне заработал $1500 случайно, можно так сказать. Он скачал программу, написал какой-то бит, он раньше играл на бас-гитаре, он сыграл туда партию на бас-гитаре и сыграл туда партию на электрухе, и этот трек он выпустил, но это как, можно сказать, это как рекламный трек будет. Он собрал $1500, он уволился с работы, потому что понял, что это очень легко сейчас. Он до этого думал, что для этого нужно обладать кучей, Я поняла вас. Вашу музыку зачастую создают дилетанты, которые не имеют специального музыкального образования и даже не знают нотную грамоту. Какое образование у вас? Музыкального нет. То есть сейчас самое главное, сейчас отличает музыканта от неомузыканта чувство, можно сказать, вайба. Если ты можно одной нотой создать настроение, но если ты правильно подобрал звуки и все. Не обязательно писать сложные аккорды, заниматься голосоведением, выстраивать какую-то симфонию. Нет, этого не надо. Если у тебя есть чувство, если ты можешь создать, если ты можешь уловить атмосферу, подчеркнуть ее и из этого всего собрать композицию, все, ты музыкант в нынешнем понимании. Вас приглашают на корпоративы, вечеринки. Да. Вы всегда работаете с удовольствием или бывает такое, что хочется отказаться, но деньги? В основном, когда ты работаешь не с удовольствием, люди это слышат. Ну, то есть они чувствуют, танцпол сразу разбегается. Во-первых, диджей — это сам слушатель, это сам человек, который стоит на танцполе, во-первых. Если диджей думает как диджей, все, это будет провально. А как, кто надо думать? А? Я себя воспринимаю как обычного человека на танцполе, и мне хочется, чтобы я веселился. Не музыканта, правильно? Когда вы последний раз слушали Баха? Баха очень давно слушал, но вчера я слушал Чайковского. Да, у меня есть плейлист. Я не помню по названию, у меня просто есть плейлист, и я его слушаю, и все. Я слушаю всю музыку. Время второго раунда истекло. Теперь слово судьям. Сандра, как второй раунд? Ну, второй раунд кардинально вот поменялись мои приоритеты. Вот команда современного искусства была более эмоциональна, смела в своих, да, аргументах, и мне очень понравилось. Юрий, что вам больше понравилось, рэпчик или стихи? Нет, я с удовольствием слушаю и Вивальди, я с удовольствием слушаю, с таким же удовольствием слушаю и Битлз, и Лед Зеппелин. И слушаю стихи рэп, я честно скажу, я не слушаю. Но я согласен с Александром, во втором раунде убедительнее все-таки и искренние были ребята из «Синего угла». Спасибо. Сергей, ну сегодня все диджеи современные, они создают в основном каверы на давно забытые известные песни. Да. Ничего своего. Почему? Мешает отсутствие музыкального образования? Нет. Смотрите, сейчас происходит, вот как в рэпе мы возьмем, рэп — это интерпретация того, что сейчас происходит у нас в мире. Нынешние, как вы сказали, каверы, да, сейчас называются ремиксы, это всего лишь интерпретация старого настроения в новое, и все, не более. То есть это та же самая классика, о которой мы сегодня и говорим? В нынешней музыке очень-очень много элементов классики.
просто те, кто, наверное, слушает классику, они не слушают нынешнюю музыку. Вот, но, как сказать... Вся музыка, она интерпретирует то, что сейчас происходит в мире, в социуме. Вас услышали. Евгений, но нам интересно, что же вы будете петь своим детям на ночь? Неужели рэп? Нет, джаз, фанк. Что-то такое, а какие-то стихи читать классические? Ну, конечно, классические стихи будут. Все в пору времени, возраста всего. И моего, и моих детей в будущем. Вам надо перерасти. Вы застряли в подростковом возрасте. Мы вас поняли, спасибо. Дмитрий, ну вот сегодня уличные художники, они пока не доросли до уровня Бэнкси. Вы не боитесь остаться на одном уровне всю жизнь? Я не боюсь, потому что в первую очередь делаю это для себя. И как страшно, вы перебили моего друга. Я теперь боюсь что-либо сказать. Нет, Бэнкси — это совсем другое, это не граффити. Бэнкси — это поп-арт, это стрит-арт, это не граффити. Здесь очень тонкая терминология, и у нас в России, в СНГ мало кто в ней разбирается, особенно из старшего поколения. Но смог это превратить в искусство? Все есть искусство, это было искусством, и то, что мы делаем искусство, это очень широкое понятие. Он сумел превратить это в искусство, которое знает каждый. Спасибо. Александр, ответьте, кто все-таки сегодня в народе популярнее, рэперы или поэты? И те, и другие, но только для разных категорий людей. А в целом, в статистике? В статистике побеждает классика. Почему вы так думаете? Если мы говорим о статистике и литературе, поэзии, рэпе, потому что все-таки рэп — это сиюминутное выражение. Да? Сегодня исполнитель откликается на какое-то действие, а классика, она тема классика, что человек, беря в руки классическую поэзию, томик Есенина, томик Пушкина, Лермонтова, ты можешь постоянно это перечитывать и постоянно видеть новый смысл. В этом, наверное, и заключается глубина. Хорошо, спасибо. Денис, что именно вы сделали для того, чтобы популяризировать музыку для людей, которые не увлекаются классикой? Все возможное, что от меня зависит. Даже зашел в пещеру мраморную и стал играть там концерты классической музыки. Вот уже третий сезон. Кстати говоря, 16 июня, 18 часов, приглашаю всех желающих на концерт. 18 часов будет русская музыка. Хорошо, спасибо. Иван, в вашем искусстве есть место молодежи? Приходят ли люди сюда, либо сразу на улицу с баллончиком? Ну, конечно же, есть место, но ведь это синтез. Мы уже пришли к тому, что человек сначала поступает в художественную школу, потом в училище, потом в академию, и в конечном итоге выдает какое-то качество, которое можно принять за профессионализм. Вот, поэтому, ну, начинает человек с малого, потом становится взрослым в своем деле. Конечно, есть место. Спасибо. Ну что ж, во втором раунде единогласным решением судей победа отдается команде в синем углу, представителям современного искусства. Таким образом, после двух раундов у нас ничья 1-1. Впереди третий решающий раунд. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Ограничений по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судьи. Итак, начинает ваша команда. Иван, пожалуйста. Ребят, скажите, пожалуйста, а как вам такая ситуация, что вот многие рэперы, многие представители современного искусства очень взаимосвязаны с наркотиками, с алкоголем, и это несет очень негативное влияние на молодежь, на современность, и точно не наполняет, а создает такой резонанс плохой для молодых людей, которые повторяют. В чем вопрос? Пробовали ли они? Как вы считаете, нужно это вообще в вашем искусстве, и не является ли это пагубным? Ну, мы... Нет. Считаю, что это не нужно. Это в основном такие артисты, это одни из элементов коммерческих артистов, которые преследуют цель только денежную. Но как любое искусство, почему? Называют же искусство, значит, это искусство. Это искусство созидает, несет смысл какой-то. Но есть ряд просто исполнителей, поэтов, музыкантов, которые преследуют только финансовую сторону. А вы в своих песнях пропагандируете ЗОЖ? И такое тоже есть, да. Что скажете? Не пропагандируем наркотики. Я думаю, что это всего лишь... Как, может, клиповое мышление сказать. Или что? Нет. А то, о чем поют, как вы сказали, наркотики, секс и все такое. Вообще сейчас очень много насилия в песнях.
я думаю, со мной все согласятся. Да. Если взять музыку лет 10 назад, 20, рэп даже, да, не было такого количества насилия. Солнце было больше. Да. Почему столько насилия появляется в песнях? Почему люди прячутся за наркотиками, за алкоголем? В этом виноваты ни композиторы, ни общество. Ни общество. А у вас есть ответ на этот вопрос? Я бы не хотел его озвучить. Защитная реакция человека? Ну, почему люди страдают? Люди всегда поют и создают искусство о том, что происходит сейчас в данное время. Если сейчас происходит какое-то страдание и куча насилия, люди будут об этом петь. Я вас поняла. Пожалуйста. К сожалению... Я не знаю, как у графичиков просто дело обстоит со здоровым образом жизни. Все наркоманы, один я спортсмен, поэтому я и здесь, потому что все остальные, вы поняли. К сожалению, внешние... Что они просто на объекте еще не закончили? Да, внешние обстоятельства влияют. И как раз-таки это и есть проявление. То есть у человека, если он не борется, если он не развивается, это будет всегда выходить наружу. Это страсть к наркотикам. То есть наркотики подразумеваются, да, которые в текстах. Могут быть различные совсем. Это может быть игровая зависимость, телефонная различная. То есть человек слаб, и большинство людей, к сожалению, слабо, и поэтому им нравится эта музыка, и поэтому она имеет какую-то актуальность. И действительно, она, например, первый класс в свое время, я знаю ребят, парочку, на которых он повлиял под его воздействием, они действительно пробовали наркотики. И то есть просто они пользовались слабостью людей, я так понимаю. Они не пользуются слабостью людей. Такое насаждение своих принципов. Да, они не заставляют, они просто делали, что им нравится. Но своими текстами они могут давать определенный посыл. Каждый вправе говорить то, что он хочет говорить. А выбор за вами, слушать, это как воспитание ребенка. Это лишь каждый делает то, что ему нравится. И раз это было... Почему своих детей не хотите все-таки в будущем воспитывать с рэпом, я так поняла? Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Почему вы считаете классику... выше другого любого музыкального искусства. Классику какую? Не поняла. Ну вот классическую музыку. Классическую музыку. Да. Речь о музыке. Я пожалуйста. Могу сразу да. ответить вдогонку. У меня просто вот контраст понравился, что современное искусство вот, в виде рэперов, оно несет негативный посыл на молодежь, и они под этим влиянием становятся хуже. Но классические композиторы, музыканты, они являются собой пример общества. И, по-моему, это очень хорошо, когда ты смотришь на отца там, или на родственника, который... и здоровый образ жизни ведет, и музыкой занимается, и сигареты не курит, и алкоголь, но наркотики вообще не употребляет. Не весь же рэп. Абсолютно не весь же рэп. Я согласен, но в классическом искусстве этого, в принципе, нету. Это такой образец какой-то для подражания. Но куча же есть других музыки. Даже если дополнить моего коллегу, могу сказать так, что вот смотрите, композиторы, они, начиная с возраста 4 лет, 3 лет, учатся музыке. И всю свою жизнь... работают над собой. Многие даже не получают за этого ничего. Допустим, Антон Брукнер, мой любимый композитор, который является мессией в мире музыки, он фактически за свои месы получал 60 шиллингов. То есть это на сегодняшний день 300 рублей. Так человек, который в рэпе, не познал женщину ни разу. Человек, который жил в любви к миру, к мирозданию и к людям. Понимаете? Вот почему я это искусство, и мы все считаем, так что это действительно высокое искусство, которое выше других искусств. Оно всегда было, есть и будет выше, потому что оно я не считаю, с улицы. Это неправильно. Понимаете? Жизнь она идет. Ей по барабану что-то. Я прошу прощения. Оно ставит человека в определенную, скажем так, ситуацию, чтобы человек тянулся к этому и пытался это познать и постичь, понимаете? Есть куча музыкальных направлений, которые несет такую же доброту, светлость. Ничего подобного. А что доброго в вашем тексте было? Может, есть какой-то добрый текст? Конечно, есть. К примеру, Стравинский, он отличный битмейкер. Кто-то это знал? Последние, начиная с 98 года по, в принципе, по сейчас, один из сэмплов его концерта, вначале он начинается с диссонанса, если я не ошибаюсь, я не знаю, какой это конкретный концерт. Один битмейкер вырезал этот сэмпл, он в длину одну секунду идет, и это было основоположником стиля такого, как, можно сказать, кэнди-поп называется. Но за основу что он взял? Сэмпл Стравинского, правильно, начало Стравинский. Его концерта. Это классический да. композитор, то есть он взял его. Классика. Если бы не было Стравинского, то не было бы этого сэмпла, правильно? Сейчас есть такой бэнд, как Snarky Puppy. Может быть, кто-то слышал о нем? Нет. Я тоже нет. Это, можно сказать, новая классика. Ребята исполняют... оркестром нынешние композиции, они их переигрывают. Это идея для Дениса? А? Можно так сказать, отлично. А кстати, что думают сегодня идея. Поэты о классике? Поэты? О музыке, да. О музыке? Да, почему все-таки музыка?
Вы знаете, я бы тут не утверждал, что классическая музыка выше эстетически или культурно любого направления. Каждое направление имеет право на жизнь, но при этом я слушаю любое направление музыки не потому, что оно мне даже иногда нравится, а потому, что я пытаюсь понять, что чем сегодня оно в тренде, привлекает молодое поколение. Чтобы не спрятать. Да? Я бы, пользуясь случаем, вот если можно, задал бы вопрос Евгению. Да? Вот, Евгений, назовите мне, пожалуйста, трех отечественных рэперов. Мы не говорим сейчас о зарубежном, потому что в зарубежном рэп-культуре есть как минимум один исполнитель, благодаря которому создан институт, который изучает его творчество. Это Тупак Амару Шакур. Я хотел бы узнать у вас, кого бы вы из трех отечественных исполнителей современных рэп поставили на одну полку, могли бы поставить по глубине, по эстетике, по поэтической форме? Пушкин, Лермонтов, Есенин. Какой хороший вопрос. Ну, у нас еще наш, как бы, русский, там, русскоязычный рэп. Он отличается очень от американского, зарубежного. У нас менталитет абсолютно другой. Как бы из современных, не знаю, кого бы поставил, может быть, никого, может быть, Нойз МС. Он очень хороший поэт. Американская культура различается сильнее очень нашего менталитета? Нет, там не, менталитет разный у нас. И так из-за этого разная музыка, разный смысл несем. Где более зарубежный музыка, зарубежный рэп, он более свободен. Намного свободнее. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, вот у Тупака Амару Шакура того же самого есть композиция бренда God's a Baby. Очень сильный текст, очень сильная музыка социальная, социальный посыл. Как его можно сравнить с вашим текстом про Бодриса? Нет, так вы не забывайте, что у Тупака Амару Шакура есть и просто куча композиций о насилии, о наркотиках и также сопровождающие видео. Две стороны медали. Где-то он говорит очень сильно, а где-то он очень плохо говорит. Названные вами классики тоже вели своеобразный образ жизни, как бы. Но тут мы уже не рассматриваем, не уходим на личности. Пушкин тоже писал матерные стихи. Но он как Есенина король считается. Король просто. У меня с ним в один день рождения. С кем? С Пушкина. Может быть, какой-то посвятите ему? Я ему уже посвятил. Как-нибудь. «Наше все», «Солнце русской поэзии», нет? Я уже посвятил. А, у вас уже что-то было, да? Да. То есть вы не можете назвать трех современных? Одного-двух. Нойз МС, Фьюз, все. Кого бы... У нас так... это еще не развилось. Вы поймите, что у нас это андеграундные в основном. Классика, она... Менее популярные, неизвестные. Она веками строилась. А здесь этому всего ничего, она только в зародыше. Но в любой культуре есть ориентиры, да, есть исполнители, на которых ты ориентируешься, и которые для тебя представляют, ну, если это не идол, то, по крайней мере, вот ты бы хотел дорасти до их уровня. Вы знаете, у нас... Ориентир, да. Не на нас. У нас, когда мне приходит заказ... Когда мне приходит заказ на аранжировку новую, мне ни разу не присылают референс, ну, точнее, пример того, что они хотят, какую-то нашу песню. Поп, классик, ой, поп, R&B, хип-хоп, неважно. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все на слишком низком уровне. И то, что сейчас происходит, это не значит, что это плохо. То, что сейчас происходит, это я вижу, как люди карабкаются, они пытаются, грубо говоря, взять... Сейчас мы взяли камень и отсекаем лишнее. Но это ущербность вкуса, нет, в том числе и музыкального. Нет. Мы сейчас, грубо говоря, вот мы в хип-хопе, в рэпе, мы взяли камень, и мы просто отсекаем лишнее, и мы делаем что-то. За рубежом это просто давно сделали. И все. К примеру, кому нравятся цитаты? Никому. Это как... Ну, цитаты, это никому не нравится. Сейчас появился такой... Вы что-то конкретно сделали для популяризации вот нашей классики? Вы как диджей, как музыкант, как человек? Или вам просто проще брать то, что вам прислали? Нет, знаете, я заметил такую вещь, что когда ты делаешь что-то для себя, не... Вы для себя не делаете, вы вот для всех нас. Потому что ты сделали как музыкант, что мы о вас вспоминали. Смотрите, когда ты делаешь песню для себя, какую-то аранжировку, композицию, то зачастую у нее выхлоп, точнее... резонанс на нее больше, чем ты, когда делаешь ее осознанно, что так. Так тем более. Это должно стать какой-то вирусной песней. Типа, как есть такой у нас певец, он мне не очень нравится, называется LJ.
Вот. Я не понимаю, как это стало популярным. Фразу давайте и задавайте вопрос. Фраза или вопрос. Да вы даже не помните, настолько популярна фраза, что и не вспомните. Ваш вопрос команде, пожалуйста. Почему вы не воспринимаете нынешнюю музыку? Вообще, почему вы воспринимаете нынешнюю музыку в штыки, если в ней есть элементы Можно классики? Я отвечу. Вы понимаете, дело в том, что в общем сейчас идет деградирование человека во всем мире. Идет деградация. Человеческий мозг становится тупее, медленнее. Его заменяют машины. И тот диктат, который идет у нас из Голливуда сейчас, фактически это диктат. Вот и говорит, мы должны, у нас не развито. Да это не ваша культура вообще. Чего вы туда суетесь вообще? Это афроамериканская культура, которая появилась только потому, что политическая ситуация внутри Соединенных Штатов в 50-е, 60-е годы была настолько невыносима, что просто, ну вот когда в 1953 году, в 1953 году произошел арест женщины, афроамериканки в автобусе за то, что она не уступила место белому человеку. Как ее, и там, и вот тут началось уже дикий действительно раскол и скандал. А все вот эти годы, начиная с 20 века, действительно, благодаря вот их культуре, которая обрела чуть-чуть скрашенные формы классической, это именно африканской, афроамериканской культуры, вот появился джаз, потом появился все остальное, R&B, появился, да, потом рэп появился и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому сейчас очень опасное время, и опасность именно состоит в том, что идет деградация. Я, конечно, не призываю к алармизму, но, в общем-то, это так. И поэтому всех призываю, задумайтесь, что вы слушаете. Слушайте симфоническую музыку. Вы слушаете хорошую музыку. Пожалуйста. Да, вот я слушал очень внимательно обе стороны, и ваш вопрос. Я повторюсь. Дело в том, что, ну, как минимум я из двух членов нашей команды говорю о том, что мы не говорим о том, что вам нет права на жизнь в вашей культуре. Есть, конечно. Да? Есть право на жизнь. Но я пока в формате нашего диспута и за все это время прямого эфира лично для себя услышал слова алкоголь, алкаши, куча. Да, было там БДСМ и так далее, и так далее. Вот у меня про есть формы такой еще. Вопрос. Может быть, вопрос. А вы не думаете о том, что вы называете себя творцами, вы занимаетесь творчеством, вы себя назвали так сейчас, прилюдно, в прямом эфире. Да. Да? А как же насчет такого слова, как ответственность? Ответственность перед своей аудиторией, перед своими зрителями. Потому что когда-нибудь к вам, опять же, те же ваши дети подойдут и спросят Пап, вас. Пап, тебе не стыдно? Папа, да, вот ты это делал. Тем более... Только очень коротко, пожалуйста. Я скажу тогда, нет, коротко не получится. У меня коротко не получится. В чем ваша ответственность за вашу музыку? Какую ответственность вы несете перед будущим своих детей? Ну, начнем с того, что я тексты не пишу, это первое. Я просто создаю музыку. И я никогда не создаю аранжировки на песни, где присутствует призыв к употреблению алкоголя. Но если в тексте есть то, что человек, к примеру, у него происходит какое-то насилие в жизни, и он прячется за этим, вот тогда я могу... Все понятно, Жень. Ну, как вам сказать? Вам как-то грустно, я смотрю. Ну, такая беседа невеселая. Каковы ваши тексты? Получается, я долгое время был там в проектах таких, которые, может, отчасти несли такую вот... Ну, не очень хорошие вещи. Какую-то напряженность. Да, ну, как бы после этого я откололся, стал сам делать то, что мне нравится. Да. Там отсутствуют элементы там, мата или какие-то пропаганды. Вы готовы брать на себя ответственность, Жень? Во-первых, я изначально начал делать музыку для себя, как бы я ее делаю. И никого не заставляю, в залы не загоняю. Если слушает, пришел слушать и слушает либо в интернете, либо на концерте, это его выбор. И поэтому ответственность несет сам слушатель, а не я. Это очень удобно приложить ответственность на кого-то. Ну так, пожалуйста. Есть на самом деле. У вас цветы. Абсолютно небылица, потому что каждый художник, он не делает ничего ради других. И творец, и поэт. Он делает только ради себя, потому что ему нравится. Если бы я что-то делал ради других, я бы отдавал бы, не знаю, финансово, я бы куда-то что-то инвестировал. Я поняла. Вы еще не задавали свой вопрос. Очень быстро, очень коротко. У вас есть вопрос к команде? Конечно. Да? Быстро. Евгений? Больше, он больше к Евгению. Денис. Денис. Прошу прощения, Денис. Я очень молодой. Вопрос. Скажите, вам не стыдно критиковать современную культуру, если вы не знаете о ней абсолютно ничего? Ух ты!
Нет, не стыдно, потому как я не могу сказать, что я знаю, не знаю ничего, потому что я много чего уже прослушал, в общем-то, и что есть на сегодняшний день. Хаски, да? Разные направления. Вот, и, понимаете, я в каждую музыку, когда слушаю, я не просто ее слушаю так, фоном, как обычно это сейчас многие делают, а я стараюсь услышать вообще, что я в ней услышу, какой посыл, что, какое состояние оно несет. Мне кажется, вы не то. Понимаете? Ну, как сказать? А что вы советуете послушать Денису, мне просто интересно? Альбом «Солнце мертвых» есть хороший. Послушайте «Хаски» еще, послушайте. Много есть исполнителей интересных, у которых хорошие. А зачем это? Чтобы развить свой кругозор или понять, что есть что-то я личное? Я послушаю обязательно. Конечно. Как бы много, да, рэп-исполнителей запрещают в некоторых городах концерты из-за ненормативной лексики, но при этом одобряется он государством, допустим, да, нашим правительством. Большие стадионы собирает группа «Ленинград», которая такими матами там кроет. Да. Ну, как бы, а тут прижимает все равно. Это тоже моменты политические присутствуют в этом. Почему рэп-музыку за такой же кроют, а вот как рок, это поп-музыка, в которой много мата. Вопрос ваш, вы еще не задавали. Можете ли вы найти аналоги, вот, допустим, в музыке, да, либо в диск-жокее, да, которые композиции создают, похожие произведения по смыслу, который создал Бетховен, в своей 9-й симфонии «Обнимитесь, миллионы». Я конкретно эту симфонию не слушал, просто слушаю Бетховен. Я вообще классику слушаю, нажимаю на композитора, и как вот оно мне выдаст, так и слушаю. Да, да. Похожих «Вангелис», «Джуно Реактор» — это из электроники. «Кристал Метод Продиджи», «Chemical Brothers». Продиджи. Пожалуйста. Из нынешних есть такой композитор. Моби. Не задумался. Моби. И очень молодой парень, он делает очень такое прогрессивное звучание, оно не мейнстримовое. Его псевдоним Портер Робинсон, а второй его проект называется Virtual Yourself. Но а что она несет, эта музыка? Она несет чуть-чуть... Там нет слов вообще. Ну хорошо. Ничего. Как и в Бетховене. Так правильно. Она интерпретирует настроение. Симфония 9 Бетховена написана для хора и солиста. Да. И она, когда после того, как она была впервые исполнена в Бонне, она вызвала совершенно ажиотаж. Потому что это сейчас, если вы знаете, гимн Евросоюза. Эта музыка призвана все скандалы, все конфликты, забудьте о них. Обнимитесь и люди, любите друг друга. Вы меня просили найти аналог, я вам его назвал. Я не могу сказать, что я вот одну из композиций что-то светлое должно все-таки в душе оставаться. Естественно. Итак, спасибо. Да. Время третьего раунда истекло. Теперь слово судим. Господа, у вас буквально 10 секунд. Итак, подводя итоги сегодняшнего противостояния, кто лучше? Ну, на мой взгляд, мне понравилась команда приверженцев современного искусства, потому что они были смелее, свободнее, да, как-то вот. И у них не было самого главного пафоса и нравоучения. Вот это очень здорово. Хорошо. Ваше сердце на чьей стороне? Я согласен с Александром именно вот потому, что ребята более убежденно говорят о своей позиции, да. Как-то проиграли классики. Хотя Моцарт в свое время, когда он был жив, он не был классиком. И Александр Сергеевич Пушкин тоже не были классиками, согласитесь, да? А тем не менее, да, время показало. Ну что ж, посмотрим, время покажет. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор, и сейчас мы узнаем, чем закончилась эта словесная схватка. Решением арбитров в этом поединке победа со счетом 2-1 присуждается команде в синем углу, представителям современного искусства. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона извлечет уроки из сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире Первого Крымского. Все будет жестко.